Ты сейчас разговаривал с Магомедом Исмаилом, это самый популярный боец в России, и схватка по грэпплингу Магомеда Исмаилова против Хабиба Нурмагомедова была бы, возможно, бы самым главным и значимым событием в российских единоборствах. Не, ну если я даже выйду против Миши Галустяна, да? Хабиб, ты молодец, конечно, но я тебе один-один лучше не встречаться. Ты хороший парень, ты хороший боец, но со мной тебе лучше не встречаться. Не тягайся, мой братан. Своя дорога у тебя, у меня своя дорога.